Всем привет, с вами команда ЕСН-ТВ. В конце прошлого года к нам пришла новость о том, что в курортном городе Нарвоесу открылся самый крупный и современный аквапарк в регионе Довирума. Команда ЕСН-ТВ приехала на место, пойдемте посмотрим, что там внутри. Событие, которого ждали многие любители водных процедур. Открытие единственного в Довирума и одного из самых больших в Эстонии аквапарка. 30 декабря прошлого года это долгожданное событие случилось. На общей площади примерно в 1500 квадратных метров разместились река с быстрым течением, детский бассейн с разнообразными фонтанами, три джакузи, оформленная как пиратский корабль, детская сауна, несколько зон отдыха. Ну и самое главное – водные горки. Строительство аквапарка обошлось почти в 6 миллионов евро. За несколько месяцев с момента открытия его уже посетили несколько тысяч гостей. В фойе Норус Спа нашу команду встретил член правления Норус ОЮ Дмитрий Антонов. Еще раз здравствуйте. Значит, аквапарк мы открыли 30 декабря прошлого года. Значит, в аквапарке находится 6 горок или слайдов, все по-разному называют их, одна из них двойная, то есть, ну, де-факто 7 получается. На сегодняшний день это самый новый аквапарк в Эстонии и единственный в Довирума, который находится. Аквапарк постоянно посещает довольно большое количество народу. Максимально сам аквапарк лично посетило 650 человек. Это был рекорд дневного посещения. Это как раз было на прошлой неделе, в субботу. Что бы еще хотелось сказать. Значит, инвестировано, вот вы спрашивали, в аквапарк, это 6 миллионов евро было. По сути, это является расширением старого водного центра, а не строительством отдельного сооружения. Люди, которые покупают билет в аквапарк, имеют возможность посещать и старую часть банный центр наш. Там сохранилось 13 бань после реконструкции. И единственное, что мы потеряли, это два детских бассейна, которые тоже, в принципе, пользовались популярностью. Но сегодня дети могут купаться в детском бассейне в самом аквапарке. То есть можно пойти посмотреть, если вы хотите. Спасибо огромное Дмитрию за комментарий, ну а мы, команда ЕСН-ТВ, конечно же, не верим на слова, поэтому мы остаемся здесь и проверим все сами. Аквапарк находится на 3-м этаже, есть 2 варианта. Можно подняться по лестнице, но мы, конечно, команда ЕСН-ТВ немножко ленивые, мы поедем на лифте. Здесь лифт только для меня, поэтому оператор идет пешком. Ну что, вот так современные технологии, несколько секунд, и ты с первого этажа оказался уже на 3-м этаже. Вот это самое то знаменитое место. Вход в аквапарк Норус. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что мы должны знать про аквапарк сегодня. Смотрите, мы здесь выдаем полотенчики-халатики. Проходите через этот турникет, то есть здесь заходите, здесь потом выходите у нас. Дается 4 часика на аквапарк и на банный комплекс по времени. Ну, в принципе, все. Предоставляем бани, бассейны, горки для детишек. Мы тогда получаем все необходимые принадлежности и отправляемся в аквапарк. Приятного вам отдыха. Спасибо. О, ничего себе, как легко и просто. В новой раздевалке ждут гостей более 500 современных и удобных шкафчиков, кабинки для переодевания, уголок для мам и просторные душевые. Вот это красота, друзья! Самый большой в мире гардероб. Здесь очень сразу светло, много места, красивые шкафчики, различные тематические рисуночки. В общем, здорово. Только самое главное, наверное, надо говорить потише, потому что здесь все находятся вместе. И мужчины, и женщины, и дети. Пойдемте искать какой-нибудь удобный шкафчик. Это не постанова, он не специально открыт был для меня, но мы воспользуемся им. Номер 358. Пойдемте переодеваться. Ну что, после несколько нехитрых манипуляций мы переоделись, приняли душ и добрались до самого главного пункта. Вход в парк, водный парк. Пойдемте пробовать все на себе. Какая красотища! Это все, друзья, не в кино, это все здесь, в Нарвоесу, в Довирума.
Что я сразу заметил, что в аквапарке есть целая детская зона, различные детские горки, замечательные фонтанчики, все такое здоровское. Но поскольку сегодня мы пришли без детей, поэтому мы сразу отправляемся на крутые горки. В самом начале Дмитрий нам обещал, что в аквапарке работают 6 горок. Команда ЕСНТВ проверит каждую. Начнем с самой простой, с легенькой. Знаете, самую главную сделал ошибку. Полез на горки без инструкции. Это делать нельзя. Ни в коем случае. Здравствуйте. Что я сделал неправильно? На этих горках, Сереж, нельзя ездить с ватрушками, потому что это будет травмоопасно. И с целью вашей же безопасности мы посетителей, так сказать, ограничиваем. Основное правило у нас – это две горки, которые на ватрушках непосредственно, и оттуда очень удобно скатываться. Если горки идут достаточно отвесные, соответственно, мы определяем жесткие правила. Это складывать руки на груди перед собой, подбородок поджимать немножко и ноги вместе. Вот это основное. Чем лучше вы сгруппируетесь, тем больше ваша безопасность будет, как говорится, в лучшем виде. Дорогие друзья, чтобы ваш отдых остался на лучшем просто качестве, соблюдайте правила безопасности. Это важно. На ней ехать надо при помощи ватрушки. Метр 20. Мы подходим. Там можно. Самое главное правило. Во время веселья и купания, конечно же, не забывайте иногда и греться. Я поэтому предлагаю прямо сейчас отправиться в теплую комнату и немножко погреться. Заметьте, что дизайн здесь очень интересный. Все сделано в тематике моря, океана, рыбки. И обратите внимание, здесь есть целый прям капитанский мостик. И ваш ребенок, пока греется, может смотреть вперед и крутить штурвал своего корабля. Ну а для тех, кто не любит париться и просто хочет тоже погреться, для вас предлагаем замечательное джакузи. Температура 36 градусов. Родитель отдыхает, наслаждается и наблюдает за своим ребенком, как он играет в детском уголке. Ну что, друзья, вот так 4 часа времени пролетело незаметно. Выходя из аквапарка, вы обязательно пройдете мимо кафе, но не проходите мимо, друзья. Поскольку вода забирает очень много энергии, но дарит очень много положительных эмоций, поэтому после того, как вы покупались, обязательно загляните в кафе и подкрепитесь. Добрый день вам! Что вы нам сегодня предлагаете? Что у вас есть вкусного покушать? Молочные коктейли, еда, все, что хотите, выбирайте из меню. Итак, нам предлагают молочные коктейли, но мы, конечно же, не откажемся. Наливайте нам все.
Молочный коктейль готов, можно отправляться, наслаждаться этим прекрасным напитком. Ну а если вы проголодались посерьезнее, для вас есть кухня посерьезнее. Добрый день вам, что вы предлагаете сегодня нам? Гамбургер с куриным филе и покебол с лососем. Приятного аппетита. Спасибо огромное, а это уже по-серьезному. Эх, как не было бы грустно, но сюжет надо завершать. Не может бесконечно длиться это замечательное время. Мы, друзья, остались довольны и ставим 10 из 10 этому замечательному аквапарку Норус Спа. А вы не верьте нам, приезжайте сами и попробуйте. Оставайтесь вместе с нами, следите за последними новостями на сайте молодой.ие. Удачи вам, пока-пока.